Barchaga salom alaykum, hammaga xayrli kech. Bugun Tokogrof kartada stranalarni yodlash haqida gaplashamiz. Birinchi 45 talik davlatlarimiz bor. Men shu Yevropada o'qiyotganimda mana shunday stranalarni yodlab chiqqanman 45 ta davlat. Keyin bu yerda Ispaniyaniki bor. Испанияның регионлары harflar yozilgan. Qachon kisiz, mana shu davlatga kirar ekansiz, mana shu harflarni belgilashingiz kerak bo'ladi taxografda. Ikkita o'zim yozib chiqqanman. Mana shu yerga birma-bir avtokodlarni. Avtokodlar 45 talik davlatlarimiz. Mana shu hammasini yodlab chiqqanman. Toshkentda o'qib chiqdim, Yevropa davlatlarida ishlash uchun. Mana Avstriyaniki A, Albaniyaniki A, Andorraniki and, Belarusiyaniki B, E, Belgiyaniki B, Bulgariyaniki B, G, Bosniya, Gersegovina B, Vatikan V, Velikobritaniya EB, Vengriya H, Germaniya D, Gresiya GR, Daniya DK, Irlandiya IRL, Islandiya IS, Ispaniya E, Italiya I, Kipr SE, Latvia ЛВ, Литва, ЛТ, Лихтенштейн, ФЛ, Люксембург, Л. 23-й давлатымыз. Македония, МК, Малта, М, Молдова, МД, Монако, МС, Нидерландия, НЛ, Норвегия, Н, Польша, ПЛ, Португалия, П, Румыния, РО, Сан-Марино, РСМ, Сербия, СРБ, Словакия, СК, Словения, СЛО, Турция, ТР, Украина, УА, Финляндия, ФИН, Франция, Ф, Хорватия, ХР, Черногория, мне, Чехия, СЗ, Швейцария, СХ, Ч дегенде, Швеция, С, Эстония, СТ. Бұндан кейін Испания регионлары бар. Бұл Испанияныңки, қашан ки біз Испанияға кіреген болсақ, мана шу туманларын белгілеп шығуымыз керек болады. Страна ашып, страна жапқанымызда asosiysi. Mana joylashuvlari. Mana. Balearska ostrovi, Kanarska ostrovi, Madrid, Kataloniya, Barselona yurtimizda. Mana Andalusiya, AR, Aragon, AST, Asturiya, K, Cantabria, KAT, Kataloniya, KL, Castilla-León, КМ, Кастилья-Ла-Манча, КВ, Валенсия, Экстрамадура, Г, Галисия, ИБ, Балярские острова, ИС, Канарские острова, ЛР, Ларихо, М, Мадрид, МУ, Мурсия, НА, Наварра, ПВ, страна Баско. Наношу, Йозванскама, Бермабер. Ушлана страна автокопти. Как бы считали. Вертамана. Испания регион. Массаны озвучка. Кимана. Брой. Так ролла майянда. Вистанс в порядке. Кимана Бурма Бурьяна Йосвучка. Яна. Каламбла Йосвучка. Сразу услышал. Ушлана Йосвучка. Тип Масса. Хаммаса.
Demak bu bizga qanchalik muhim shu stranani yodlash. Qachonki biz Yevropaga borib tahovul kartani ishlatganimizda bemalol daftarni ochmasdan mamlakatlarni avtokodlarini belgilab ketishimiz kerak bo'ladi. Shunga hozirdan tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xohlasa yana ma'lumotlar bo'lsa aytib turaman. Rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Едем вперед. Влево. Еще раз влево. Со станции направо, на перекрестке налево. Давайте мы пропустим этот автомобиль. Продолжайте движение. Ограничение только что было скорости 70. Как далеко она действует? Она действует до следующего знака. На перекрестке направо, а потом налево на базу. И давайте повернем на базу. Те же ворота, откуда выезжали, но со своей правой полосы. С правой полосы, с правой полосы, с правой полосы. У забора остановимся. Что, Георгий? Повторюсь, порядок сцепки достаточно приемлемый. Кое-каких технических нюансов немного теряетесь. Ну, это вопрос навыка. На дороге у меня нет претензий к габаритности, но дорожную информацию вы не читаете. За знаками вы не следите. Или какие-то, если и следите, как-то не так вы их воспринимаете или не до конца воспринимаете. Динамика неплохая. Немножко нужно повторить правила про зону действия запрещающих знаков. В общем и целом, каких-то радикальных претензий по езде у меня к вам нет, с учетом небольшого опыта, вполне себе приемлемо. В рамках оценки по позициям начинающий водитель среднего уровня профподготовки или профессионал, разумеется, мы имеем дело в вашем случае с начинающим водителем, но почти хорошо все это было. Если вы согласны с этим решением и будете у нас работать, тогда распишитесь. Будете у нас работать? Обязательно. Хорошо, тогда ставьте подпись. Я объясню, что будет дальше. Выходим и направляемся в офис. Дальше определю вас девушкам, и они объяснят, что и как. Ну, мы закончили. В целом перспективный кандидат, и в руках опытного рейсового инструктора, думаю, выйдет толк. Передаю вас Анне, дальше она все вам объяснит. Что у нас есть? Сегодня есть колбаска, отбивная, плов, котлета, котлета с гречкой. Давайте. Салатик какой. Так, давайте красненький. Хотя нет, давайте вот этот. Студенты студентами. А обед по расписанию. Здравствуйте еще раз. Выдвигаемся. Будет выставлена оценка по пятибалльной системе. Проходной балл для трудоустройства в компании. Это тройка и выше. Понятно ли это вам? Понятно. Слева между рулевой колонкой и стойкой, дверью, педалька. Руль под себя отрегулируйте. Посильнее нажмите. Здесь в нижней части сиденья спереди рычаг. Можете вперед-назад. Свет автоматически. Стояночный тормоз. Клавиша на себя, он активирован, с ручника снимается состав самостоятельно. Но вы можете, также втопив клавишу вперед, снять с ручника. Трансмиссия автоматизированная,
автомобиль все сделает за вас, вы лишь выберете режим. Выбор и смена режимов происходит при полной остановке, слегка нажав на педаль рабочего тормоза. Задняя, нейтраль, вперед. Допустили классическую ошибку с точки зрения принципа фейка вождения, грамотного использования инерции.